Студенты Питерского политеха скоро будут ходить в кабинет ректора, как в музей современного искусства. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет объявил тендер на поставку осветительной техники и мебели для интерьера ректората. Ректор покупает 27 дизайнерских светильников. Вот, например, подвесной светильник немецкой фирмы Inga Maurer должен быть покрыт позолоченной бумагой. Легкие отражения от светильника появляются и исчезают по мере изменения положения зрителя, говорится в документации. В интернете предлагают такой светильник со скидкой за 8 500 долларов. Это почти 250 тысяч рублей. Или подвесной светильник Floss Sky Garden 2 Eco, который стоит в интернете 90 тысяч рублей. Это один из самых дорогих подвесных светильников этой фирмы. Кроме того, покупаются 32 предмета мебели. И правда, очень красивый. Например, стол от дизайнера Леона Криера. Этот заслуженный деятель архитектуры делает мебель для итальянской фирмы Джорджетти. Основа стола состоит из трех колонн. Одна круглая, вторая квадратная, а третья в форме воронки, отделанная кожей. Еще заказываются несколько кресел и диван Baxter House. Его каркас должен быть выполнен из сосны и тополя, а основание из бука. Сиденье представляет собой решетку из переплетенных между собой каучуковых ремней, что позволяет сиденью пружинить при посадке и создает дополнительную мягкость, говорится в документации. В интернете такой диван стоит ни много ни мало 419 тысяч. Сколько стоит каждая вещь в отдельности, рассчитать довольно сложно. Но так как сумма всего заказа 9,5 миллионов рублей, то получается, что в среднем каждая вещь, включая лампы, стоит 160 тысяч. Кажется, что на этой неделе покупка дорогой мебели – это вообще тренд. К примеру, Департамент земельных ресурсов Москвы решил обновить стол для переговоров. Он должен быть сделан из массива бука, отделан натуральным шпоном корня оливкового ясеня и черешни. А столешница должна быть покрыта зеленой кожей. Стоимость этого удовольствия – 314 тысяч рублей. А пока давайте вспомним, что такое Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и чему там учат. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, основанный в 1899 году, входит в группу национальных исследовательских университетов. Включает в себя 20 базовых факультетов, в том числе энергомашиностроительный, физико-механический, инноватики, медицинской физики и биоинженерии. В университете учатся около 30 тысяч студентов. Среди известных выпускников лауреат Нобелевской премии Петр Капица, основоположник советского атомного проекта Игорь Курчатов. Бюджет вуза на 60% состоит из государственного финансирования. Ректор университета – специалист в области нанотехнологий в металлургии. Член-корреспондент РАН Андрей Рудской. Надо сказать, что не в первый раз с заказом, который попал в поле зрения программы «Госзакупка недели», происходит что-то странное. Вот заказ по покупке интерьера для ректората просто пропал с сайта. Но мы помним, что удалить его нельзя. А так как в списке отмененных его нет, значит, что заказ, скорее всего, просто переименовали.